Удивительные цены. Стартовали продажи новых телевизоров Samsung EKT с поддержкой iTunes. Компания Samsung начала продажи новых телевизоров EKT, представленных на выставке CES 2019 в начале января. В линейку вошли модели с разрешением 8K и 4K диагоналями от 65 до 85 дюймов. Пока они стали доступны в США. Все модели телевизоров 2019 года весной получат поддержку просмотра фильмов и сериалов прямо из библиотеки iTunes, а также технологии AirPlay 2. Также у них скоро будет реализована поддержка управления через помощников Amazon Alexa и Google Assistant. Встроенный фирменный голосовой помощник Bixby уже имеет более обширную функциональность, включая возможность искать информацию в сети и отдавать другие команды. Самая старшая в линейке модель Q900 с разрешением 8K и диагональю 85 дюймов обойдется в $15 000. Это почти 1 миллион рублей. Версия диагональю 82 дюйма – $10 000. 75 дюймов – $7 000 и 65 дюймов – $5 000. Монструозный 98-дюймовый телевизор пока продаваться не начал. Цены на 65-дюймовые телевизоры с разрешением 4K более привычны. Q90R предлагается за $3500, Q70R – за $2200 и Q60R – за $1800. У Q60R также есть версия диагональю 55 дюйма за $1200.